В одном из прошлых влогов я упоминала, какие у меня New Year Resolutions, то есть какие у меня цели и планы на этот год. Наверное, одной из самых главных целей на 2023 год – это начать стабильно заниматься спортом, потому что я стала ужасно слабой, у меня постоянно болят плечи, спина, шея и так далее. Я планирую записаться на танцы, об этом расскажу немного позже, и также выполнять тренировки дома. Для тренировок дома я собираюсь использовать платформу FitStars, которая является спонсором данной части видео. На FitStars более 1500 разнообразных тренировок по 100 программам. Похудение, растяжка, йога, зумба, пилатес и многое другое. Также меня очень порадовало то, что на платформе есть раздел питания с рецептами и курсы на тему здоровья и ухода за собой. По моему промокоду Айдана действует скидка 70%, то есть безлимитную подписку можно оформить всего лишь за 6990 рублей. Я нашла для себя вот такой вот курс йоги, хочу начать заниматься с него. Ну что, я пойду начну свой день с тренировки. Сейчас я собираюсь ехать в парикмахерскую. К сожалению, у моего парикмахера все занято уже на целый месяц. У нее все дни забронированы. И поэтому мне пришлось записаться к другому парикмахеру. Не знаю, надеюсь, меня нормально постригут. Мне очень нравится, как эта парикмахерша меня постригла. Оказывается, она еще лучше моей другой парикмахерши, к которой я ходила в этом же салоне. И мне еще понравилось, что она не задавала мне каких-то лишних вопросов, не пыталась заводить разговор. Лично мне нравится, когда стригут в тишине под музыку. Не знаю, может, это связано с тем, что я интроверт. Сейчас я собираюсь в торговый центр, там поработаю где-нибудь в кафе, пройдусь по магазинам, погуляю. Вот так вот. Сейчас утро среды, а я собираюсь выезжать на работу. Просто хотела рассказать, что у меня изменилось по отношению к моей работе. Это, кстати, тоже одна из моих целей на этот год – изменить мое отношение к работе. И для начала сейчас хочу зайти купить себе что-нибудь на завтрак. Потому что я в последнее время не успела завтракать. Ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to
общем, сейчас идем на обед. У нас наконец-таки можно не носить маски в помещениях. А маски нужно носить только в больницах, аптеках, в общественном транспорте, в автобусе, метро и так далее. Но вообще как-то странно сейчас идти без маски, потому что все в масках, все равно носят маски и внутри, и снаружи. И это очень странно. И когда ты единственный без маски, как-то чувствуешь какое-то социальное давление. Лично мне ужасно не нравится это место. Ну, все захотели сюда пойти, поэтому я сказала, ну ладно, давайте пойдем. Единственное, что мне нравится в этом буррито, то, что его можно забрать с собой. Вот, потому что я никогда не успеваю доедать. У меня вообще с большинством коллег нормальные вообще отношения, как вы знаете из моих видео. Но есть там парочка человек, с которыми вообще у меня не получается вообще коммуникация, ну вообще никакая. Вот. Поэтому из-за этого в последнее время очень сильно стрессую. Также хотела сказать то, что занятия спортом, занятия танцами мне тоже очень сильно помогают бороться со стрессом. Сегодня у меня будет второе занятие по танцам. Первое занятие вообще прошло на ура. У меня, конечно, очень все болело. У меня до сих пор все болит тело от первого занятия. Но зато было какое-то чувство облегчения после первого занятия. И я так устала в тот день, что у меня просто не было сил стрессовать, так сказать. Вот. Мне кажется, многим будет любопытно, сколько стоит эта школа танцев. За весь месяц я точно назвать цену не могу, потому что я ее не помню. Оставлю ее точную цену здесь. По-моему, там было около 130 тысяч вон за месяц. Я, честно, не могу сказать, это дешево или дорого, потому что я не искала другие школы танцев. И не знаю, какая тут вообще средняя цена. Вот.